Для дренажа области рта используем осьминожку. Если лицо миниатюрное, укорачиваем все щупальца на 1-2 сантиметра. Приклеиваем якорь перед ухом таким образом, чтобы среднее щупальце было направлено на угол рта. Щупальца приклеиваем в сторону носа, угла рта и подбородка с легким натяжением, 25% от максимального. Аналогично повторяем с другой стороны лица.